Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Новости экономики в Кирове. У микрофона Дарья Топузлиева. В этом выпуске итоги за неделю. Компания «ЮТЭР» уходит из Кирова. 7 октября авиакомпания перестанет летать в наш регион. По словам министра транспорта Кировской области Альберта Запольских, она не выдержала конкуренции. Сейчас «ЮТЭР» осуществляет ежедневные рейсы в Москву. Руководство Кировского аэропорта компенсирует уход перевозчика за счет увеличения частоты полетов других авиакомпаний. В частности, с авиакомпанией «Победа» рассматривается возможность ввести дневной рейс до Москвы, отмечает гендиректор «Победилова» Андрей Жданов. Направление это довольно успешное. Загрузка утреннего рейса «Победа» примерно 80%. Авиакомпания «Руслайн», которая летает в Москву и Санкт-Петербург, на низкий сезон сократит частоту рейсов. Однако Жданов рассчитывает, что к следующей весне она вернется в прежний режим. Программа «Экономика». Безработица стала снижаться. Кировская область вошла в число 63 регионов, где сократилось число нуждающихся в трудоустройстве граждан. В службе занятости это объясняют стартом отопительного сезона, пишет портал «Айкиров». На работу вернулись кочегары, которые стояли на учете как безработные. Их числилось среди ищущих работу 1500 человек. Более 400 уже снялись с учета. К середине октября трудоустроены будут все. В целом в Кировской области зарегистрировано чуть более 9000 безработных. Экономика на 101 FM. Кировский лес будут поставлять в Турцию. Компания «Сагламлар», крупнейшее предприятие по лесопереработке в Турции, собирается найти в Кировской области поставщиков фанерного сырья. В Киров приехали представители компании. Они провели переговоры с руководством предприятия «Алмис». Стороны обговорили качественные характеристики необходимого сырья, а также объемы возможных поставок и способы их транспортировки. Экономика. Курс валют по данным ЦБ РФ на сегодня: доллар 66 рублей 51 копейка, евро 74 рубля 54 копейки. Программа «Экономика». В этом году многие предприятия столкнулись с повышенным вниманием и контролем со стороны налоговой. Изменился порядок проведения налогового контроля, а со следующего года коррективы внесут и в систему расчета налогов. Разобраться во всех новеллах поможет семинар, который проводит юридическая группа «Яковлев и партнеры» совместно с учебно-деловым центром ВТПП. В Киров пригласили из Москвы специалиста юридической группы «Яковлев и партнеры» Екатерину Леоненкову. Она занимается налоговым консультированием и налоговыми спорами. Специалист расскажет обо всех нюансах, которые могут встретиться компаниям. Также речь на семинаре пойдет о контролируемых компаниях как способе контроля за активами российских резидентов. Будет освещаться и судебная практика по вопросам налогового права. Семинар состоится 28 сентября на Молодой гвардии 84/1. Дополнительная информация по телефонам 35 35 28, 35 35 50 и 35 35 20. Программа «Экономика» на 101 FM.